Открытие нового реконструированного комплекса Московской соборной мечети состоится 23 сентября 2015 года. В торжественной церемонии открытия мечети примут участие президент России Владимир Путин, а также главы других государств. К этому событию готовятся усиленными темпами. Подходят к концу отделочные работы. Новая мечеть будет вмещать 10 тысяч молящихся. А пока многим мусульманам приходится выстаивать пятничную молитву на улице. Многие верующие не только из России, но и других стран с нетерпением ждут этого дня. Безусловно, мусульмане города Москвы ждут этого события. И действительно, мечеть, как вы видите, она впечатляет и своими размерами, и своей красотой, и внутреннее убранство будет великолепным. И действительно, наверное, самое важное для многих московских мусульман, что она будет вмещать до 10 тысяч молящихся. И мы надеемся, что уже прихожане нашей мечети, они смогут комфортно проводить это предписание Всевышнего. Мусульмане будут рад этому событию, рад этому новому архитектурному зданию в центре города. Ну, я лично буду очень рад. Согласившись, что на ежегодные праздничные молитвы в дни Ураза-Байрам и Курбан-Байрам мечеть не сможет вместить всех желающих, религиозный деятель выразил надежду, что в будущем новые мусульманские храмы будут радовать верующих столицы России.